Александр Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Итак, мои дорогие подписчики, гости моего канала, я маэстро квартира 1. В общем, добьем мы сегодня игрушку Меркурий Фоллен. Значит, я долго в нее, в общем, парялся, в общем, собирал кучу ресурсов. Построил вот такой геотермальный генератор. Строится он, кстати говоря. Сейчас я вам покажу. Где-то у меня здесь такая штучка. Вот он. Вот этот вот. Вот такая вот хрень. Ну, какой-то гейзер. Из него какой-то идет пар. И, в общем, делает, создает нам электричество. Он сейчас работает очень так слабеньком, на самом деле. Он вырабатывает 3000 вольт, и этого вполне достаточно для всего. Вот, видео получится, ну, таким, знаете, наверное, маленьким, а может и не маленьким. В общем, как дело пойдет. Итак, давайте начнем с чего. Что же у меня тут произошло? Ну, я сразу извиняюсь заранее, я немного переборщил. Я тут играл, не мог остановиться и кучу всего сделал. Итак, давайте по порядку. В общем, первое. Я изучил, в общем, почти все технологии. Ну, почти, поскольку я нашел эту гребаную голубую рыбу. Сука, это просто жесть. Чтобы ее найти, мне пришлось перелопатить. Вы представляете, сколько? Вот. Это все я перелопачивал. Это все. Причем он так медленно, этот сканер там, который летал, он медленно все это делал. В общем, представляете, да, вот пока он это все облетал. И значит, что я заметил? Первое. Когда он сканирует, первый раз выходит на поверхность, он сканирует практически все. Все, что есть. И все, что встречается потом одинаковое, он вот показывает, да, вот такую информацию, вот эту вот. Дальше, когда вы находите какой-то ресурс, ну, непонятно ему, ну, это заметно вот по таким, по квадратикам, и иногда эти квадратики, так скажем, вот, видите, вот, биом, да, вот, они какого-то цвета и непонятно, то есть, ну, не сказать, что они другого цвета какого-то, да, а или какое-то обозначение есть. То есть приходится там, скажем, ну, зрительно вы потом на глаз наметываете, и можно там примерно так тыкаешь и смотришь, о-о-о, вот он. Да, вот здесь он, например, не обработал. Значит, я вот здесь создал такие вот усовершенствования своему. У меня их было два таких вот питательных аппарата. И двумя я вот. Точнее, сначала одним, потом чувствую, что писец, долго все это будет исследовать. Сделал второй, и потом один из них усовершенствовал. Я оставил один, и он улетает довольно-таки быстро. Ну, давайте мы его как раз вот сюда отправим. Дальше я создал, убрал ну, такой, скажем, бурильщик, и построил вот такие вот летательные аппараты. Также их проапгрейдил. И они у меня теперь берут 300. В предыдущем видео я говорил, что плюс в этом летательном аппарате было то, что он летает, в общем, может перелететь любую речку, водоем, неважно, что там на пути будет. Но гору он не перелетает. То есть гору ему все равно нужно будет облетать. И, по-моему, даже некоторые деревья, вот когда тыкаю, он, да, по-моему, вот лес он вроде как тоже, а нет, здесь он вроде как пролетает над лесом, может пролетать, там какой-то путь такой он странно делает. И второй плюс в него, это то, что вмещалось в обычную спецтехнику вмещалось 100 каких-то ресурсов, здесь вмещалось 200, плюс когда я апгрейдил, значит, ему вот эти вот три штуки поставил, он, во-первых, на 25% быстрее начинает вот этот вот так сказать бурить, и 300, значит, у него емкость уже 300 становится, и у него скорость очень довольно-таки, ну, нормальная такая, прикольная, вот, довольно-таки быстро летает, быстро все это привозит. Дальше, пока я тут изучал, я нашел здесь золото, дофига, вон, по 16% золота, и вот сюда вот у меня один аппаратик кидает.
То есть я и нашел я эту рыбу где-то, в общем, вот в этих местах, да, вот в этом, где-то вот здесь вот, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, в общем говоря, вот в этом секторе я его эту рыбу нашел. Возможно, даже вот, слушайте, вот похоже на это, что ли. Блин, вот жалко, не отмечается, где я тут рыбу нашел. Ну, в общем, где-то вот здесь вот. Возможно, у вас она будет где-то в другом месте. Блин, и здесь не отсканировано. Ну, сука, надо вот сюда вот летать потом и отсканировать. Давайте я запущу, чтобы он непосредственно этот аппарат летел. Летает вот, как вы видите, да? Это с учетом того, что это первая скорость игры. И с учетом того, что у него усовершенствование на скорость, на... Вот это я не знаю для чего. Он вроде как не транспортный, да, и вот ему не нужно там увеличение какого-то объема. Поэтому я всегда включал на третью, и вот на третьей сразу заметно, что он летает по сравнению с тем, что вот если снять всю эту херню, вот, он летает очень медленно. Итак, пошли, значит... Сейчас мы изучим, что это такое. Может быть, что-то новенькое еще даст. А, ни хрена. По-моему, та же... Что это у нас? Ну да, то же самое. Ну, что у нас вот здесь вот есть, да? Только он... А, ротайл 13%. Слушайте, обалденно. У меня вот здесь вот он 7%. Я очень долго этот ротайл. А он нужен, поверьте мне, нужен просто в огромных количествах. Просто писец. Так, и здесь нету. Подождите. А, это просто синенькие. Да, это синие квадратики. Это он, значит, не смог... ну, точнее, пропустил. Вот такой вот синенький квадратик. Он просто пропустил и... в общем-то, наверное... Можно, конечно, потом слетать. Ну, сейчас, в общем, не до этого. Так, ну, я как бы здесь летать больше нет смысла, поскольку все нужные компоненты я, в общем-то, разведал, и если летать, только за счет того, ну, для того, чтобы вот найти, например, ротайл, да, побольше где-то процентов будет, там, больше 16 золота процентов я не нашел, так что, можно даже не искать, и, в общем... И дальше. Здесь я такую вот хрень построил. Ну, не обращать внимания, их много вот всяких вот производственных, значит, станков. В каждом станке я там задал тоже вот параметры. Ну, это, если честно, просто, ну, когда было 2 станка, 3, ну, как-то не очень смотрелось. Я решил просто наставить, ну, типа, колония, там, вся фигня, там. Но, вообще не без надобности, на самом деле, но... Я так для красоты, знаете, для того, что якобы колония большая там и так далее. У меня людей 8 человек, я склонировал, ну, помните, да? И вот вы видите, 30, 36, 42. Вот 42 самому на, да, самому взрослому. И 42 вот еще двоим. Не знаю, может быть, они до 50 лет доживут и умрут, ну, пока живут, не знаю, вроде ничего не случается. Далее, я не удержался, как я уже говорил, и изучил, ну, первую вот здесь рыбу, и изучил в перво-наперво суши. Мне так суши, так захотелось увидеть, как суши эти делают, они лопают суши, но при этом мне нужно было вот такую фишечин. Ну, в общем, чипсы. Вроде бы, да? Чипсы. Рыбные чипсы или как. Вот. Потом я вот изучил вот этот вот рубер, потому что он у меня не делалось, так сказать, усовершенствование вот такое вот. Сейчас для машины, по-моему, да, для машины. И мне нужно было вот такое, чтобы он, ну, быстрее копал, и при этом ему нужен был... Нет, подождите. А, нет, прошу прощения. Вот для этой хрени, вот он, нужен тут рубер. И я долго не мог его, значит, понять, где это. То есть, пока я рыбу эту гребаную не нашел, у меня ни хрена усовершенствования. Потом я усовершенствование поставил, и у меня вот
они уже по 300 стали возить, ну как-то более полегче стало. Вот он такой вот растет цветок, вот. Ну и на, я все-таки оставил, да, чтобы нам с вами изучить быть, ну последний, да, это вот здесь можно какой-то плант какой-то, в общем, гамбургер, салат, аэропоник фарм. В общем, что-то мы будем, я так понимаю, выращивать какие-то растения, может быть. Ну давайте мы, значит, сразу поставим. У меня это быстро, поверьте мне, будет быстро изучаться, потому что они бездельники все. Вот дальше мы вот такую фигню. В общем, надеюсь, на это, в этой серии мы, так сказать, ну это все быстренько сделаем. Я поставлю третью скорость, поверьте мне, она просто тут, ну незачем, мне ничто не нужно следить. Я вот поставил тут два столика, видите. Да, эти чудики, им делать нехрен, они вот тут бегают. Двоих вот этих вот, которые собирали здесь ресурсы, я их вот здесь забыл. И, по-моему, где-то еще тут забыл, в общем, убрать. Но я их нахрен разобрал. Они тут просто что-то катались, меня задолбали, и я их разобрал. Ну, не нужно. И убрал непосредственно... как его называется-то, господи, спальню. Нашел, как удаляется все, абсолютно все. Помните, я как-то в одной из серий говорил о том, что я не мог понять, как удаляется что-то. Ну, что нужно будет по одной штучке деактивировать. Нашел я совершенно случайно. Оказывается, вот это Deconstruction. Нажимаем. Нажимаем, например, там стены. И просто тупо выделяем. Ну, давайте, я не знаю... Блин, как-то... Ну, они, правда, сразу сейчас побегут. Ну, неважно. Вот. Раз так, да, и можно уже... Ой-ой-ой-ой. Сейчас они, сука, пойдут. Так, все, вот так. Вот. И так, таким макаром мы удаляем полы. Мы таким макаром удаляем сеть, если мы хотим, да. Ну, допустим, взять... Да. Ну, а вот. Там вот это вот удалить, вот это. Ну, она не нужна абсолютно, да. Вот, вот они сейчас пойдут и все удалят. Классная вещь, я все-таки, когда ее обнаружил, как-то очень резво пошло строительство. Я быстро-быстро все это посносил, часть построил. Отсюда убрал, не знаю, что сюда поставить. Может быть, какую-то комнату отдыха, да, вот отсюда, здесь она есть. Можно, конечно, сюда поставить. Но опять же, это ни на что не влияет. Вот мне единственное, что в этой я игре разочаровался, это только о том, что здесь очень мало действий, нужно что-то делать. По сути, когда мы разовьемся, ну вот, да, все эти штуки, больше ничего не происходит. И я вспомнил, почему я забросил одну похожую игру, тоже. Помните, я говорил, да, что играл где-то лет так цать назад. Очень похожую игру, тоже там под землей, что там строили катакомбы. Такая же стилистика была, похожая игры. Я вспомнил, почему я перестал играть, потому что там то же самое. Когда все было построено, но там хотя бы прибегали эти кроты гребаные. Вот. И поначалу там сложно было. Когда уже мои, так сказать, колонисты прокачались, а тогда с ними было уже попроще, с этими кротами бороться, там с одного выстрела убивались, и после этого, конечно, интерес пропал. Ну и разработчик тоже забросил там игру. В общем, вот. И я вот что боюсь, что данная игра, она то же самое, скажем так, у нее случится вот такая вот хрень, что разработчик тупо перестанет. Так, а вы почему прекратили это работать? Я их жду, значит, а они мне тут этот... Вот сволочь, а. Что вы за работники такие, а? Я жду, пока они мне ресурсы привезут. Так. Ну вот, видите, они быстро. Они тут вдвоем, потому что делать ничего не нужно никому. И вот. Дальше я поставил вот таких два аквариума для суши. Здесь они вылавливают рыбок, здесь какую-то
травку они вы, да, выращивают, опять же, для суши. Вот такой агрегат, ну, чтобы эти чипсики делать. Ну, здесь, если честно, больше ничего нет пока. Может быть, ну, может быть, когда вот изучится, там несколько, да, будет. О, сколько картошки, да, у меня тут дохрена всего. Только вот почему-то. Ну давай, усовершенствование какое-то, надо же. Ладно. Так, почему-то он. Или он все сделал, что ли? А, да, по 50 штук я ему там назначил, и вот он уже их сделал практически все, что есть. Угу. Ну, они, знаете, то жрут, как я не знаю кто, то просто тупо забивают на этом. Ну, такие, знаете, скромняги. Скромность включают и типа, о, я не буду кушать. Вот. А потом такие, жор напал, и все, и сметают все подряд абсолютно. Так, раз, два, три, четыре. Подождите, а у меня всего четыре блюда, что ли? Да, четыре блюда здесь готовится. Да, ну пусть они готовят. Так, что-то я еще хотел. А, ну я все здесь расчистил. То есть вот. Зачем нужна эта вот эта большая карта? По большому счету она только для собирания первых ресурсов, которые нужны для колонии. Все. Как только мы вышли на поверхность, здесь, в общем-то, ну, много чего вообще не нужно. Здесь я вот как вышел на поверхность, там все ресурсы, все, что здесь есть, там добываются они намного, вот так сказать, быстрее и продуктивнее. Вот я уже 100, как вы видите, 118 дней. Моя колония просуществовала. Как вариант, может быть, знаете, то есть поиграв в нее, я бы могу сказать так, что там через какое-то время, может быть, я вернусь к этому. К этой игрушке можно вернуться, там сыграть в нее еще, только, ну, по-другому, да, уже зная, какое развитие будет, как развиваться, как. Что делать, да, я, может быть, там, ну, чуть-чуть по-другому бы сыграл. Хотя не факт, не факт. Так, ты тоже, что ли? Да, ты тоже. Вот это вот долбоебство перетаскну, ну, как сказать, им постоянно нужно говорить о том, что ребята, идите, летите туда. Вон, видите, вот они вот очень быстро вот так вот летают, но здесь у них сейчас, да, у него, по-моему, ага, у него закончилась горючка. На первой скорости они вот, ну, если игру, скажем так, на первую поставить, они вот летают вот так вот. Без этих усовершенствований, представьте, это в 2, а в то или в 3 раза медленнее. Прикиньте это. То есть вы представляете, да, сколько я тут сидел, ждал это всего. Но, вы знаете, пока я ждал, я, конечно, не расслаблялся. Там кучу всего нужно было делать. Я тут всякими всячинами занимался, там, перестройкой, постройкой. Так, выгружаем. Так, сейчас мы выгрузим и сразу их отправим на. А, слушайте, нет, не сюда. Где-то я, помните, да, мы с вами какой-то обнаружили. Вот, 11, точно. Давайте мы, значит, один сюда отправим. Так. Дальше этот мы отправляем сюда. Так, этот летит. И вот этот мы отправляем сюда. Все. И у нас один остался. Я его. Блин. Кошка, ты что, забесилась, что ли? На ночь глядя. Сейчас он выгрузит, и я его отправлю непосредственно на этот. Добычу золота. Как он долго загружает, да? Так, а у меня третья скорость. Ну да, вроде как. Или первая. Не, не первая точно стояла. Ну, ладно, так. И отправляем его обратно. Ресурсы, да, и вот здесь вот ресурсы, они неистощаемы. То есть, знаете, вот было бы намного прикольнее, если бы ресурсы, вот, скажем так, вот написано там 16%, да, или 11%. И эти проценты бы уменьшались. Вот, уменьшались, ну, там, скажем, с
Собрал, уменьшилось, да? Собрал, уменьшилось. Так, а где ты? У меня еще один там. А, ты вот здесь вот, ну ладно. Так, и у третьего. Третий еще едет. Ладно, пусть катается. Давайте мы следующую. Следующий у нас здесь можно булку из какого-то растения, да, делать булку. Ну, давайте вот это начали изучим. Я вот честно скажу, вот лофты, вот эти вот все вот эти, я думаю, ну, нет смысла нам с вами непосредственно исследовать. Почему? Потому что, ну, будет булка, все. Будет там какое-то растение, и... То есть ничего не меняет, то есть не изменится, ни как-то колонисты там, я не знаю, вот для них вот они жрали картошку сырую, причем сырую в начале игры, были довольны, жрали ее приготовленную, лучше от этого не стало, хуже тоже не стало, то есть для них, знаете, вот, то есть сейчас я уберу вообще все, вот, например, приготовление пищи, оставлю только сырую картошку, и они будут довольны и скажут, вау, как круто. Да, вот. В конце игра меня, ну, так скажем, чуть-чуть огорчила. Так. На что ты ставишь? Биолаб, да? А, то есть вот. Вот нам, пожалуйста, смотрите, пригождается непосредственно полное удаление. Мы удаляем здесь, продлеваем сразу же пол. Ну, давайте вот как-то вот так вот. Так, и, наверное, слушайте, давайте вот здесь вот, нет, подожди. Ну, вот так вот, вот так вот напротив, да, сделаем еще такой же вход, чтобы они там особо не парились. Так. Так, нет, вот здесь вот у нас, блин, вот здесь у нас будет тоже один выход. Так, здесь, ну, здесь я пока не буду, так просто намечу. Я уже ресурсы на самом деле не буду там перевозить, ну, они не нужны. Там, если честно, уже все, что мне нужно, уже сделано столько, что вау. Так, как-то я так покрасивее бы поставить, да? Ну, давайте его сюда вот воткнем. Так, так, повар, да, тебе нужен. Я понял. Вот так вот, и тебе нужно, так, вода. И воду мы тоже дали. Все, тебе не нужно ничего больше? Вроде бы ничего не нужно. Да. Кстати, да, я забыл еще вот сказать. Ограничение. Здесь стоит ограничение по сделанной технике. То есть, если вы там, допустим, 4 сделали летательных аппарата, которые будут исследовать, то по большому счету все. На этом кирдец, ну, то есть там сколько там, 3-4. А, слушайте, ну, можно посмотреть. Вот у меня сейчас притык. Это 1, 2, 3, 4, 5 летательных, любых техники. Летательные, нелетательные, любая техника. Так, меняюсь, я тебя тут не хотел включать. 5 штук сделали, все, кирдец. То есть нужно какую-то удалить. Тогда после этого она, ну, какую-то новую можно построить. Да ладно, серьезно. То есть ты план какой-то делаешь. То есть из. То есть ты можешь из-за этого сделать, да? А. То есть, короче говоря, он может из всего делать. Я понял. Ну, у нас много картошки. Пусть из картошки сделает. Я не знаю, что это такое. Так, дальше. Декоративный, кстати, у нас есть такой вот аквариум. Я его поставил где-то, по-моему. А, вот, я его в спальне поставил. Вот такой аквариум. Здесь и рыбок и не едят, здесь просто кормят их и любуются. Да, вот так сказать.
для релаксации. Ну, конечно, можно было бы его поставить такую комнатку, да. Но я опять же говорю, не влияет ни хрена эта комната. Жаль, что вот игра вот, ну, хорошая задумка, а вот как-то с 2007 года я посмотрел 2018 года, и как-то особо такого прям глобального развития я не увидел. Но поиграть стоит. Это мы построил, это я построил. Так, это биопринтер. А, биопринтер у меня тоже стоит. А, вот мы еще Аланг Фарм мы не поставили. Ну, давайте его вот так вот врубим. Так, и нам нужен... Ну, если честно, я даже не буду особо заморачиваться. Так вот. Быстро поставлю как есть, там особо, я думаю, не особо влияет, точнее, прошу. Вот, и посмотрим, что они вообще могут сейчас сделать. Слушайте, а вот этот интерес, куда он эту хрень будет девать, ну-ка, у нас в кухне интересно что-то появилось. Суши. О, у нас появился фиш. Ну, это, я так понимаю, рыбный гамбургер, да? Ну, давайте, я не знаю. Да, вот жалко нажать и держать нельзя, не делается. Так, главное, чтобы у меня не вырубилась запись. А то я сейчас тут нахимичу. Так, давайте, значит, это... гамбургер и салат. И салат. А, вот у нас, видите. А, вот она, кстати говоря, для чего это. Зачем это растение? Вот они для чего. То есть они для салатов. Блин. Ну ладно. Ну тоже, знаете, такая... не особо, на самом деле. Не особо. Ты тоже это растение? Ну, у меня же есть это... А, я такое же поставил. Я прошу прощения, я, блин, забыл, что я эту хрень поставил уже. Да, так как мы бином делаем, вот, точнее, план делаем из картофеля, мы, знаете, что сюда еще давайте вырубим. Здесь, по-моему, есть. Так. Давайте вот так вот вырубим его. Поскольку там, по-моему, можно делать из нескольких сортов всяких разных. Так, и так. Ну, у меня, потому что там есть вот это вот какая-то хрень растет. А, булбус какой-то, именно булбус. Вот. Так что они вот такие вот бегают, ни хрена не делают. Так, ну, я не знаю. Ну, давайте я тут. Вот это тоже непонятно для чего. Зачем она нужна? А, нужно еще найти этот цветок где-то, да. То есть его где-то на планете нужно найти. Но опять же он такой, знаете, нахрен нужен. Так, ну давайте, я не знаю, вот из этого какой-нибудь сделаем, будем делать. Так, ты создаешь... То есть, наверное, типа напитка, что ли? Возможно. Я не особо буду это запараться. Так, ну и давайте вот это отменим. Посмотрим, если здесь должно будет появиться какая-нибудь. Вот, да, у нас еще один появился. Ну, давайте его закажем. Просто посмотреть, да, как вот он, как выглядит вообще это, блин, стоять. Как выглядит вообще этот цветок. Ну, вот этот красиво выглядит. Прикольно, такой светящийся. Светильничек такой маленький. Вот такая, видите, работает вот так вот. Геотермальная электростанция. Вот. И, да и все, в общем-то. То есть у нас... А почему 11? У меня же 8 было. А, три робота еще, да. Что-то он мне... Странно как-то 11. Ну,
Да, разработчику, наверное, виднее, что роботы, наверное, как сказать, да, многие считают, что они живые, как помните, доктор, который Франкенштейна создал, да, он живой. А вот и это, по-моему, я так понимаю, это от чего-то. Или для чего-то. Может быть, они, ну, как запивка, да? Закусить, выпить, может быть, это алкоголь. Хотя и у них, вот, честно говоря, вот он, они ходят, уже им делать нехрен. То есть вот здесь роботы все сделали. Они только иногда прибегают, ну, вот, пару человек там прибегут. Поскольку я поставил по 200 штук всего-всего делать, и здесь единственное нет, а вот рутайл этот очень сложно, его очень мало, его, блять, надо будет просто поставлять хрен знает сколько, его нужно возить каждый раз, вот там по чуть-чуть. Вот у меня я 7% нашел, где залежи, и пока я возил 7%, ну там по 20 штучек. Вот представьте, да, 20 штучек, а их, чтобы одну вот такую создать, титаниум ингот, ну, плит, как оно, слиток, слиток титана, нужно, да, из 5 штук, чтобы была одна слитка. Вот 4 штучки, да, я вот создавал, а чтобы построить что-либо, ну, какой-нибудь там, где у меня тут, нет... В общем, какое-то вот усовершенствование, там нужно найти 20 вот таких вот титанных слитков. Вот на эту хрень ушло, там тоже что-то порядка титана. 25, что ли, 20 или 25 слитков. В общем, да, такая вот. Вот, собственно говоря, все. По большому счету, больше здесь, ну, так эти делать нехрен. Вот. Как будет дальше игра развиваться, не знаю, ну, к сожалению, не могу сказать, разработчик, так сказать, молчит. Так, ничего не появилось. Да? Серьезно? Ну да. То есть, скорее всего, появилось, наверное, что-то в кухне, либо сажать что-нибудь. Нет, в кухне нету. Так, ну это рыбки, они чего-то биомасса. Интересно, а что это за биомасса? И откуда она берется? Странно. Ну-ка, а вообще, кстати говоря, рыбки можно? А, все, видите, да. Один раз я рыбок выбрал и кирдык. Больше ничего нельзя. Слушайте, а вот интересно, будет кроме рыбок что-нибудь? Ну, можно на самом деле вот это такое вот поставить, ну, посмотреть, будет ли там что-нибудь. Да, видите, больше вот никаких ни зданий, ни усовершенствований, ну, ничего нету. То есть, ну, полов много самых разных для производства, ну, это так, знаете, скудные на самом деле. Так, давайте еще вот эти вот поставим, я не знаю для чего, может быть, какое-нибудь растение будет. Вот у них только занятие, у колонистов, вот бегать пару штучек вот этих что-то либо сделать, и, ну, иногда, когда я им скажу, что-то построить либо удалить, все вот. Давайте посмотрим, что есть, что-нибудь появилось. Нет, ну, видите, как. Да, такая вот. Чего тебе не нравится? А, тебя, блядь, тебе еще нужно подключить, чтобы ты показал. Блин, это я называется. Хотел быстренько, да, посмотреть, можно ли кроме рыбы что-нибудь сейчас добавлять. Но в итоге. И. Ага, вот. А, здесь не выбирай, это же как-то декоративное. Да. Кстати, удаляются вот эти вот предметы в виде вот структуры. Да, вот раз и все. Прошу прощения.
Да, можно хоть вот просто выделяем структуру и стены, и все-все-все может, как говорится, убрать. Нет, не добавилось. Так, а что мы изучили, кстати, последнее? Ну, не последнее, а давайте просто поизучим ради. Я что-то изучил Tangled Fruit. А где ты, прости, где ты выращиваешься, а? Но тут это вот растение, слушайте, ну вот мне просто давайте вот просто ради, ну, интересно, да? Посмотрим, где этот тангерфрут выращивается. И давайте еще одну такую поставим, потому что я не, ну здесь видите, не, а или убрать, да? Убрать, слушайте, убрать. А вот он, да, он вот здесь вот. Все, я понял. Здесь тангерфрут. И вот это растение, как я и говорил, бамбук этот. Все понятно. А здесь у нас, да, здесь у нас только одна вот это какая-то, какое-то растение, непонятное для чего. Все, ну, больше рассказать, в общем-то, знаете, и показать-то и нечего. Да. Я, честно говоря, даже расстроен. Как-то так все хорошо так начиналось в игре, и так скудненько, и так быстренько это все закончилось. Да. Ну, на сегодня все, пока. Пока, с вами был Маэстро Квартира 1. Ну, подписывайтесь, ставим лайки, дизлайки на ваше усмотрение. Ну, не забываем ставить колокольчик, чтобы, да, не пропустить новый видос. Ну, и напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Все, вам удачи. Увидимся, пока.